Самое главное, что мы увидели ту молодежь, ради которой, собственно, мы и работаем. Это та молодежь, которая будет жить в Екатеринбурге будущего, в большом Екатеринбурге, о котором мы говорим на протяжении уже нескольких заседаний. Мне кажется, что как раз сейчас состоялось такое очень символическое действие, которое заключается в том, что мы приняли молодежь в число этих экспертов, которые вырабатывают вот те планы и те проекты, которые будут реализовываться в ближайшем будущем. Мы здесь видели и представителей политологии, строителей, архитекторов, то есть те, кто, собственно, обладает или уже начинает постигать азы профессиональной мудрости, тех знаний, которые позволят им реализовывать те проекты, о которых мы сегодня говорили. Они вполне реалистичны. Они говорят о том, что бы они хотели видеть в городе Екатеринбурге. Городе, который действительно для них стать должен не только городом мечты, а городом реализованной мечты. Той мечты, которую они воплотят сами, своими руками, своим участием в этом процессе.